Всем привет, ребята, с вами Вкусно ТВ. Сегодня будем готовить супер простое и очень-очень вкусное пюре из картошки. Поэтому, если вам интересно, как можно приготовить это потрясающее пюре, то оставайтесь со мной и смотрите. Картошку на большой огонь, сейчас ее посолим и накроем крышкой. Будем ждать, пока она начнет кипеть. Как закипит, сделаем огонь поменьше. Итак, картошка отварилась. Слили воду, но сливаем не всю воду. Оставляем буквально где-то на дне, ну так, 1/3 от кастрюли. И делаем из нашей картошки пюре. Вы можете делать это с помощью такого приспособления, либо как вам удобно. Следующее ставим на огонь молоко. Доводим до кипения и бросаем туда масло. Все количество ингредиентов я напишу под видео в инфобоксе, поэтому смотрите там. Я положила масло так, можно его растворить в молоке, и когда молоко закипает, вот так растворяется маслица, и выливаем, все перемешиваем хорошо. Я же масло бросила сюда сразу. Вы можете делать как вам угодно, как вам удобно. Итак, сейчас хорошо все перемешиваем. Можно также с помощью миксера. Ребят, извините за тени, лампочка перегорела в вытяжке, поэтому да, будет немножко темно. В общем, хорошо все мешаем, и можно с помощью миксера взбить ваше пюре. Тогда оно будет супер-супер воздушным. Но можно этого и не делать. У меня просто Павлик любит, когда есть какие-то комочки, поэтому сегодня я этого делать не буду. Но вы имеете в виду, что можно сделать и так. Вот оно супер вкусное пюре. Сюда еще я добавила сушеной мяты и сушеного чесночка. И аромат, поверьте мне, просто обалденный, невозможно удержаться. Также можно украсить это сверху, например, просто резаной зеленью. У меня это зеленый лук, укропчик и петрушка. Но можно и без этого. Поэтому, если вам понравился вот этот супер простой рецепт, то, пожалуйста, ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями, я буду только рада. А на данный момент, ребята, всего хорошего, вам приятного аппетита и будьте счастливы. Пока-пока!